Недавно в Каспийске состоялся муниципальный этап юношеских кавказских игр, посвященный 79-летию годовщине победы в Великой Отечественной войне. По результатам данного турнира была выявлена сборная Каспийска и вскоре отправлена на республиканский этап фестиваля игр среди юношей 2006 года и младше, на Кубок олимпийского чемпиона Гайдарбека Гайдарбекова и памяти заслуженного тренера РСФСР и России по боксу Магомеда Магомедова. 12 мая в Махачкале в ходе соревнований команда одержала триумфальную победу и забрала призовые места. Ребята приняли участие, стали победителями и призерами в таких видах соревнований, как перенос тяжести, скачки на одной ноге, призовое место в легкоатлетической эстафете и в перетягивании каната. И общей суммой баллы вышли на первое место. Отметим, что сборная состояла из 12 человек, в которую вошли воспитанники школы номер 9, номер 12, номер 6, но основным костяком команды стали кадеты. Как отмечает педагог физической культуры Камыши Леонид Кудрявцев, соперники на соревнованиях были достойными конкурентами и в каких-то этапах были впереди. Команды были очень хорошо подготовлены, сильные команды. Конкуренцию составили в беге на 100 метрах, в перетягивании каната мы немножко там уступили в финале, ну, заняли второе призовое место. Ну, в общем, команды довольно-таки хорошо подготовлены. К соревнованиям команда Каспийска готовилась очень долго. Это были ежедневные тренировки. Подготовка проводилась под руководством педагогов Арсена Джабраева и Леонида Кудрявцева. Их профессионализм и посвященность делу сыграли ключевую роль в успехе ребят. Они очень ждали, вот, сильно готовились. И когда объявили, что первое место, ну, они, конечно, эмоции, они были восхищены первым местом, но хочу сказать, что мы уже были победителями этих соревнований 3 года назад. После этого мы были призерами, серебряными призерами 2 года подряд. И в этом году вновь стали победителями этих соревнований. По итогам соревнований команда из Каспийска получила денежный приз в размере 30 тысяч рублей, переходящий кубок за первое место, грамоты и медаль за личные достижения.